Всем привет, с вами Елена. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня буду готовить оладья. Итак, приступим. Итак, для этого нам понадобится 300 мл кефира. Можно взять домашний йогурт. Сюда отправляем пол чайной ложки питьевой соды. И все это перемешиваем. Сода у нас погасила. Теперь сюда отправляем сахар. 1,5 столовые ложки. Щепотку соли. Все это перемешиваем вот так. Далее отправляем сюда одно яйцо. Все это перемешиваем хорошо с ложкой. Теперь нам остается добавить муку. Мука нам понадобится 1,5 стакана. 1 столовая ложка, 2, 3. Перемешиваем. Итак, добавляем муку поэтапно. Итак, я сюда добавила 14 столовых ложек муки, это 2 стакана муки. Посмотрите, какое густое тесто у меня получилось. Вот такое должно получиться у вас. Теперь сразу будем жарить наши оладушки. Разогреваем сковородку хорошо. Масло растительное у нас хорошо разогрелось. Теперь тесто будем выкладывать с десертной ложкой. Оладушки будем обжаривать с двух сторон на маленьком огне. Так, аккуратно выкладываем. В размере они у нас будут увеличиваться. Оставляем расстояние между ними. Все это надо быстренько выкладывать. Теперь переворачиваем аккуратненько, и они в объеме начнут увеличиваться. Будем накрывать крышкой. Ой. Смотрите, как они сразу увеличиваются на глазах прям. Теперь я накрываю крышкой и жарю примерно 1,5 минуты. Проверяем. Вытаскиваем. Ну вот и все. Вот такие пышные оладушки у нас получились. Смотрите, как все выглядит внутри. Смотрите, какие мягкие, вкусные. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.